На конкурс дети читают стихи. Литвинов Семен, 8 лет. Город Мценск. Валентин Берестов. Новогоднее происшествие. Простые игрушки сквозь щелку. Однажды увидели елку. Давайте-ка елку нарядим. Залезем на ветки и сядем. Полезли на елку игрушки. Мартышка уже на верхушке. Под мишкой ветка прогнулась. Под зайчиком чуть покачнулась. Цыплята висят, как фонарики. Матрешки, как пестрые шарики. Эй, елочные игрушки, снегурочки, звезды, хлопушки. Стекляшки витые литые, серебряные, золотые. Пока вы пылились на полке, мы все очутились на елке. Сейчас ребятишек обрадуем. Ой, батюшки, падаем, падаем.